Автоколлапс в утренний час пик в Минске. На внешней стороне Кольцевой в районе Лошицы дорогу перегородил автопоезд. Как сообщили в ГАИ, водитель БМВ решил повернуть на улицу Бабушкина со второго ряда, чем создал аварийную обстановку шоферу грузовика. Фуру развернуло на всю проезжую часть внешнего кольца. Машины объезжали по обочине. По данным автомобилистов и дорожной милиции, пробка парализовала практически половину Кольцевой. Известно, что ушибы получили два пассажира из Volkswagen. А предполагаемого виновника аварии до приезда инспекторов задержали другие водители. Мужчина планировал скрыться и избежать ответственности.